Другим темам. В Москве во Всероссийском центре судебно-медицинской экспертизы начались генетические исследования останков людей, погибших в результате авиакатастрофы самолета А-321 в Египте. В Санкт-Петербурге на данный момент уже опознаны 53 жертвы этой трагедии. Первые похороны погибших пройдут завтра в Псковской области. А эти кадры были сняты сегодня в аэропорту Пулково. Люди продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу.